Всем привет! С вами Апельсинчик ТВ. Мне задалась вопросом Маргарита Резвая, как же снимать стрим? Или просто вставлять живые живописи, или картинки даже. Сейчас я вам покажу ее. Вот. А как снимать стрим? Она ошиблась тут в слове стрим. Сейчас я вам все объясню и покажу. Это очень просто. Вы должны скачать программу OBS. Заходим в нее. Заходим. Если она у вас не запускается, то не жмите по 100 раз, она просто загружается. Ну же, работай. Так, работай. Секундочку, не буду затягивать видео. Вот, как вы видите, вот наша программа. Вот наша сама программа. Нажимаем добавить. Вы можете какую угодно сцену. Сцены слово не обязательно писать, но все равно. Это очень обязательно. Так, заходим в настройки, настраиваем вот так вот. Вещание. Это не очень так и важно, настройки. Главное, чтобы просто шел стрим. Вот. Захват игры. А точнее, захват экрана надо. Захват экрана. Ой, не то. Ничего, у любого видеоблогера бывают ошибочки. А, захват экрана. Сейчас. Что происходит? Сейчас. Захват экрана. А, вот все. Вот создался сам экран. Создался. Вы что хотите, можете. Все что угодно. Для меня только рабочий стол. Захват экрана. Удалить. Так, добавить новый захват экрана. Не получается. А, я поняла, но не на рабочем столе показывает, оно показывает только в своем браузере, то как вы создаете свой браузер. Вы можете его расширить, если вам неудобно, вот этот маленький экранчик, то можете его расширить. Далее, то, что вы делаете, это качаете живой предмет. Если он остановлен, судя по всему, вы скачали живой предмет, он остановлен. Мне лучше называть их простыми словами, а не которые на английском. Вот, например, всем привет. Например. А как снимать стрим, это запустить трансляцию. Плюс нажимаю. Вы можете не нажимать так. Вот, смотрите. Изображение. Создать изображение 2. Вот птичка, она будет у вас тут крылышками махать. Вы что хотите, можете скачивать только живые предметы. Но остановленные тоже можете. Как бы. Изображение 3. Вы можете миллион даже изображений туда закачать. Мне без разницы. Вот танцующая девочка. Так это она будет танцевать. Подальше вас не устраивает. Если вас не устраивает, что будто она тут мешается, что-либо, то можете это переместить просто-напросто. И вот, запустить трансляцию. Вы нажимаете на нее или просто начать запись.
начать запись, если вы задаетесь вопросом, то она у вас сохраняется здесь. Видите, вот мои, вот эта папочка, она как бы с этими, с начальной записью из этой программы ОБС. Ссылка на ее скачивание в описании. А пока что, вот, если вы хотите создать новую сцену, вас не устраивает это, то можете просто добавить новую сцену. И можете добавить еще что-нибудь. Это ваше дело. Вы можете добавить либо одно изображение, как вам удобно, то есть как вам угодно. Как вам угодно. Мне все равно. Вот. Получилось, видите? Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что внимательно слушали. Если внимательно не смогли уследить за мной, моими движениями, то просто остановите скорость. И помедленнее все это будет делаться. Всем спасибо за просмотр. С вами была Апельсинчик ТВ. Всем пока. И да, можете поблагодарить меня за помощь. Без меня бы вы точно не справились. Всем пока.